Ну, как там это самое? Всем привет, меня зовут Артём. А серьезно, всем привет. Меня зовут не Артём. Приключения на Аркейдж продолжается. Стрим пошел. С Артемом все-таки в метро 20-33 гораздо было к месту. А там разве не Антон? Нет, Артем. Ну, я не фанат вселенной метро. А даже, если честно, не Кстати, помню, кто ее написал-то изначально. я тоже что-то сейчас не помню. Надо посмотреть будет. Просто мелкую детальку, ну не мелкую, детальку сути забыл. Я читал книжку, я до этих дошел, до фашистов. Нет, Это они там его пытали, то, что его спасли, и все. Дальше я уже не смог прочитать. Страшно стало. Не, просто этот, что-то как-то перестал читать. А, буквы забыл. Да, очень мало писателей, которых я реально могу как бы прям читать вот прям до конца. Я недавно Бергера дочитал. В «Империю ангелов». Сейчас читаем «Мы боги». Ну, давно уже не читал, до Нового года читал. Так-то у него интересно. У Бергера-то это все написано-то. Все, я готов. Давай, поднимай свою жопу. У меня капец. Я забыл, я девушка. Только женскими персонажами играю. У меня хоть мужскими. Да нет. Урик правильно как-то сказал. По поводу персонажей. Кого вот? Угу. Да господи, любого, блядь. Короче, а ты встань рядом, где я стою. Куда ты пошел? Вот. Если ломанется толпа, я щитом накроюсь полным. И чё? А ты через щит не прострелишь, если за ним будешь. Зона будет там нормально. Так что нету. Мне за тобой невыгодно держаться. Не потому, что масса будет. Видишь, вот я вот получил ни за что. Да-да-да, тащи его сюда. Он не добежит. Угу. Ну-ка. По ассисту выберет цель. Но. Да. Работаем.
у них осталось только трое из 18 ребят. Так. Грибами-то запахло просто. Блин, а что, на себя цель наложишь? Давай играть. Жди. А, тут чё? У нас же есть этот. Давай, балалайка. У нас же есть посох. Ну чё, всё, я готов? Да, нет. Нет, хилки дропнулись. Я же самый классный баф выключил. Да зачем тебе хилки, господи, что я тебе не хилка, что ли? Ты хилка. Но с хилками надежнее. Ты аптечка, но со своими надежнее. Давай, дуй. Да, это действует. Не катит? Че? Что ж ты будешь делать? Чё, бей. Он уже командир арсенала. Куртка командира кровавой руки. Ну-ка. Так. Все тяжелее и тяжелее. Тяжелый доспех. Жду. Тут оно, это самое. Вот посмотрим. Что-то грибами прям запахло, прям капец. На, тут еще и кабачки. Ну,
Так. Кинь торговлю. Сейчас, подожди. Мне, допустим, куртка средняя никуда не упала. Одноручный посох. Понял же. Тебе варежки у тебя какие упали? Лайтовые или хэвики? Посмотри. Не, варежки вообще не упали. Они у тебя. Вот, Валер, я вот смотрю, у меня из этих самых только вот шлем и седло, все. Оно у тебя в начале где-то могло попасться. Нет, у меня в начале только топоры корабли. Вот смотри. А куртка у меня не с этого. Вот. Тайгатур, тебе выпало клеймо кровавой руки. Че это такое? Не знаю. Поищи, оно у тебя. А, так это одноручный посох. А, тогда не надо. Ну, я так понимаю, хэвик тебе не нужны, что там и хэвиковские. Вообще. Ты куда мне? Так. Тут второй этаж есть? Нет. Ой, у меня киношка какая-то. У меня киношка. А мы тут не были. А ты кто? Дементор! Пошли давай. Чё? Я очкую. Идем туда. Еп. Добрый вечер. Короче, смотри, я его подтягиваю к себе, накрываю куполом нас всех троих, вызываю воронов и пизжу. Ну и ты тоже. Ну купол только я не знаю зачем. Чтобы он не отошел. Куда он тебя отойдет-то? Ой, не такой уж ты и крутой, Бэтмен. Доступно только 40 уровня. Нет, нам ничего не упадет. А что, этот за портал? А, просто для красоты.
Блин, так тяжеловато. Все равно было. Ну, уже лучше, чем в прошлые разы. А помнишь 5 левелов назад и год назад, как нас тут накладывали? Да нет, это было гораздо дольше. Так, во-первых, что мне пришло за письмо? Мне письмо. Так, во-вторых, если уж на то пошло, мне нужно Виталя. Стой. Там этот второй портал не на второй этаж вел? Не знаю, наверное. Блять, а мне на второй этаж надо. Нафига? По квесту. Давай попробуем. У меня есть квест, называется реестр ценностей. Осмотрите статую Гаргульи в сожженной крепости и отыщите реестр ценностей, необходимые инспектору. Это только это. Соло, короче. А где? Не, ну здесь-то, если только проходить, то тут, тут только соло, второй инстант. Нет, это к тому, что там, может быть, второй этаж был, зелененький портал. Нет. А что это за зеленый портал был? Нет, там да, ничего не было. Никуда не водил. Че? А что там у тебя падает вообще? Так, тут почта где-нибудь. Почта рядом где-нибудь есть? Тут сова рядом есть? Да, там есть сова. Где? Там, рядом где-то. Нету тут совы. Тут ворон есть. Да, есть там она рядом. Ворон есть. Совы нет. Есть там сова, Валер. Чё? Ворон есть. Не буду. Да нет тут ни хера. Вот это что? Вот здесь вот, 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 прям вот здесь вот, вот, Валер. Вот, вот это вот, вот это вот. Так. О. Очки опыта. Тебе мана нужна? А, ну да. Ой. Это че? 12 подколков только. Выключи матрас. Да, теперь. Да пока фиг его знает. Твой рюкзак скоро лопнет, Руру. Не лопнет.
Можно попробовать в арсенал сожженной крепости сгонять. Да. Это, конечно, уровень выше. Хотя нет, танк-то, блин, с тебя не очень. Продахте танк. Ну, через чур. Сейчас обижусь, заплачу и выйду. В монастырь. Угу. Кошачий. Дойдешь? Кошачий. Заходи еще. Ну так пошли. Новый аккаунт будешь создавать? Той. А вот это что? Статуя. Ты, блядь, откуда взялась? Ну, это ж горгулья. Так, а куда мне? Пойдем сходим. Куда? Тут недалеко. Кстати. Пойдем, дойдем. Ну пойдем выйдем. Да, привет, Адам. Я как сюда писать? Открыть чат в новом окне. Я, короче, как всегда, стрим запустил, чат забыл. Куда ты пошла? Мама рядышком. Подойдите туда. А где он? Ага, понятно. Блять. Че? Я в стенку вмазался. Да, я тебя не вижу. А, вот теперь тебя вижу. О. Этот капитан. Ага. Не трудитесь искать, все так уже выяснено до вас. А! Я закрыл квест. Ну так-то он старый. Да! Очень старый. Ну, куда пойдем? Чё? Да не знаю даже. Ты руну нанес, так, которую я тебе дал? Да. Чё, как? Ну, не знаю, разницу практически не чувствую. Судя по инсту, знаешь, что-то мы какие-то эти... Мелкие еще. Да и мало нас. А, еще человека два. Так, стоп. Ага, о.
Можно, конечно, теоретически торговлей, конечно, заняться, но, блин, я хочу опять. А я хочу. А покачаться бы лучше где-нибудь, квест повыполнять. Чё? Поехали! Зеленоглазое такси. Ну, у меня там какой-то квест не сдать можно. Да, ехай по дороге. А я кофе попью. А можно, конечно, еще пару раз по инстантам побудать. Вообще бы по нормальным инстантам побегать. Блять, опять что-то уровень пишет. Только что же там все убрал. Ну, думаю, Валер. Что поделать? Алёна! Регистрируй аккаунт, скачивай клиент, да. Она уже сосет. Утро. Что-то долго. Что я тут сделать-то могу? О! Чё? А, вот. Сдать надо. Чё? Битва на долгой косе. Ты где? Я тут недалеко. Было бы 500 дельфийских звезд. И? Можно было бы рыбалкой позаниматься. А чё, без звезд не рыбачится, да? Нет, рыбачится, просто есть этот специальный рыбацкий этот корабль. Ой, в жопу. Ну а чё нет-то? Чё, может реально попробовать повыше инстант? Нас же это, того. Да попробуем. А, вот воюющая бездна. Спасибо за доставку. За чё? За такси! А, пусть. Так. А, да, вот этот же инстант.
Да. Во-первых, доска объявлений. Что тут? На этой доске перечислены имена героев, падших в воюющей бездне. Капитан Ричард Трэвис Годфри, капитан Бракстон, лейтенант Дроу. Список кажется бесконечным. Вы мысленно клянетесь отомстить фанатикам за каждого погибшего воина. Я достаточно эпично прочитал. Нет. Иди сам читай. Зачем? Я уж там все прочитал. Так. Отомстите за рыцарский корпус Тревиса, войдя в инстант в героическом режиме. Давай сиди. Ага. А ты где? Я уже в инстанте. А где инстант? Самый первый. Старый, я его не вижу. О, да, помню. Ну, там внизу. Это подвальное помещение. В каком нахер внизу? Валера, вот ты вот стоял, смотрел, обернись назад, пойди назад, и там прям внизу. В этом внизу. Никакого. Какого чего? А ты где? Здесь. А ты меня видишь? А, да. Я тебя вижу. Не попали. А мы же сюда ходили. Очень давно. Это неудачная затея. Чего? По определению. Да, наверное, так только я могу, Виталий. Как? Начать стрим, запустить стрим, сидеть полчаса пиздеть и возмущаться, что на него никто не пришел, а потом вспомнить, что чат забыл открыть.
Блин, вообще места почти не осталось. Тут хоть дроп есть, слушай, смотри-ка. Это что такое? Так, подожди, я сейчас вернусь. У меня места вообще нет теперь в рюкзаке. Ютарда! Чё? У меня есть пушка. Так стреляй. Убей их всех. Ты охренел, я один не справлюсь. Нет. Я крови боюсь. Откуда она вообще взялась? Выключи матрас. В принципе, если ты сейчас придешь, я вот эту троицу распинаю. Твоей помощи. А что у меня, кстати, ввалишь? Виталий, ну ты где? Где? Я тут разбираюсь. И при этом этот человек на меня вчера пиздел, что у меня рюкзак полный. Так у меня он был не полный. Мы начали тут бегать. И у меня он тут стал полный. Это что? Раскаленный. Огненный шар. Молоты, специи нахрен мне не нужны. Это тоже. Это по квестам, это нужная вещь. Но. Жди. Бананы у меня еще зачем-то. Тоже не нужны. Сока слишком мало. Это что? Дрова. Еще персональный предмет. Я устал. Я ухожу. Ну, не надо.
Блин, что еще мне не нужно-то? Пиво, вишня. Награда много, а кто нужен? Голосуем за Единую Россию! Ура, товарищи! Ура! У меня карта Острова Свободы даже есть. Персональная. Ну ты чё там? Что хрень непонятно? Комплект эпических тяжелых доспехов. Так, всё, я готов. Наконец-то! Только я еще не все продал, ну да ладно. Блин. Но. Иди давай. Продавайся. Зачем? У меня есть сейчас уже нормальное место. Есть нижний ряд. Давай, жги. Ну и чё? Тихо! Мама! Ну ты прям даёшь вообще, а? Ну? Блин. Ты зачем зону ограничивал, Валер? Вот зачем? Скажи мне, смысл от этого был? Ну, это... Ну, зачем? Ну, я, вот. Блин, тебя хилить пытался. А, так как ты ограничил зону, я тебя хилить не мог. Ну, бывает. Я жрицу же выбрал. Я думал, блин, я тебя хилю, а жрицу хилю. Ну, что не хилится? Ведьма. Нас! Ну,
Тут, блин, а? Кто-то сейчас уходит. Отбегай, чё. Валера. Опять зональность. Это было круто. Прикинь, сейчас какой-нибудь проще смотрит. И сидит и жжет. Ну, лошай. Особенно там, да, дебил. Ты ограничение зоны просто иногда не вовремя включаешь. Я, блин, бегу со всех ног, тебя захилить. Прибегаю, и у тебя зона включена. Ага. Еще бы реально бы пару секунд, Валер, ты бы лег. А потом бы лег бы я. Ну ты же не лег. Ну я почти лег. Да, ну у нас прогресс. Непрерывное исцеление. Так, мы отсюда пришли. В принципе, а куда идти? Портом. Воскрешение. Ага. А! Чё? Тогда. А. А как слезть? Смотря с чего? Пробел. Вне досягаемости. Угу. Вне досягаемости. Но и подожди. Где? Ау. Вне досягаемости. И как ты туда забрался? Погоди. Все понял.
Виталий, зря лезешь. Чё? Тут ключик надо. Угу. Того пиздюка возьми. Какого того? По ассисту. Да я тут бью уже одного. Как ты туда мне попасть не может. Пешком. А-а-а. Ну нахер, о. Чё? О. На атаку давай. Кафик держится. Да, таргет. Кто-то упал. Мы оба. Почему ты не хилился-то, я не знаю. Нет. Ты нахрена встал-то? Вот тебе ресу. А ты умеешь? Да. Я по-твоему кто? Не знаю. Почему ты не хилился, я вообще не понимаю. Забыл про хилку. Нет, я тебе хилил, а ты не хилился. А, в этом смысле? Не знаю. Пробел. Пробел. Что-то тут такая себе хилка вообще. В смысле? Так. Ну, не так хилит. Прям как это. И что там? О! Чё?
Пошли. Куда? Куда? Сойду с Зибаров. Привет, Сергей. Спасибо за похвалу или за сарказм. Но скорее за сарказм. Да, тут человек пришел, поздоровался и говорит, что у нас топ-контент. Да, блин, я запутался, стой ты. Ай, я заблудился. Ты упал, а я заблудился. Валера, тут два выхода только. Ой. Ты где? Я тут. Ну как ты так? А ты? Что? Я-то на выходе. Сразу же. В каком выходе? Ну я как вышел, пошел направо и там и упал. Ну, а я? Ну а ты прям по дороге в другую сторону. Пробил. Мне это не нравится. А! Да ладно же, детеныш все. Выберите цель. Thank you.
А, ну все. Так, стоп. С кого? Палача или с воина? Да без разницы. Начнем с палача. Потому что я сам палач. Ой, еще и яйца горят. Что оказывается? Куда теперь? Туда. Я так понимаю, это мама. Угу. Ну, написано сверху. Готов? Нет, не готов. Я тебе фул хп что ли за раз что-то заюзал? Вот этот, подхилил. Прикольно. Нос! Но! Чё-то я очкую! Но заюзайся. Цель недосягаемости. Че я пешком-то хожу-то, господи, я уже заколебался. Что такое-то? Ну, мать моя женщина. Бегай, Валер. Пока просто бегай.
Крыса бегает. Проникну к тебе. Что, издеваешься? Ну так она же меня убила, Валер. Как бы... Агры-то у тебя нет? И... Почему ты ко мне не приметишь? Ну потому что дверь. Хочешь, падай. Я ее не вытяну. Ну так падай тогда, чё? Выберите цель. Куда пойдем? Убить ее надо. Куда пойдем? Обратно возвращать. Мы бы ее вытянули, если бы она меня не убила. Быка, идешь, я туда покурю. Ага. Только один сын спит. Пробел. Выключи матрас. Что там, Валена, сколько уже процентов таркетчик скачал? Ой, не знаю. Просто там страток долго качается. Что это там за скорость такая? Килобиты, что ли, секунду? Ну, ты не забывай, что она, скорее всего, через этот качает. Через прокси. Потому что на Украине до сих пор всякие контактики и Mail.ru заблочены. Ну, там другие порты же вообще-то используют. По-моему, нет? Ну, фиг знает, они могут блочить по айпишникам именно. Нет, так, по идее, клиенту моего этот паркейдж должен быть в любом месте. Тем более, можно скачать Евроуфу, просто потом подставить его моему ручному клиенту, да и все. Он уже там, да, обновит. Так, надо ждать 7 минут. Зачем? Тебя добавь, что ли, на тебя напал? А, нет, подожди. Минутный дебаф. А, нет, не обязательно. Получилось.
Во. Я готов к бою. Сейчас, подожди. Алёна! Алёна Муниско. Я почти готов. Я же могу же метод это сделать. Стойка. Ну что? Не оттачь только, а то ты сотачил, когда я не был готов. Давай. Я готов. Ну все. Опять я. Опять пешком. Да. Меня. Еще 3 секунды. Так, чуть поближе и закастить. Вилком-то зачем бьешь? Ты ближний же вроде как, нет? У меня мана. Бутыльки маны пей. У меня тоже же мана.
Все, выпало. Мешочек. Какой-то там. Кин. Ничем. А, да, там дальше что-то есть. А маму заселить можешь? Нет. Глазки, браслетки у тебя что? А, да, ты же был. Тиара, черт, на чешуи. А, что за ожерелька? И что за тиара? Ловкость выносливость твоего духа. Ну, эту жерельку я одену. Да, диадема такая себе. Ага. А ты? Могу тебе, конечно, передать, посмотрим. Да, посмотришь. На. Да я так вижу. А нахрена она мне, она вайт. Ну, смотри. Дверь открой. Но он клюви на голове. Так я не могу дверь открыть, у меня нету ничего там, змеиной головы чего-то там. Я туда не хочу. Слишком много валят. Кто? По ассисту проверь, кто это, интересно. Это моб такой жирный или чё? Ой, тут еще и дальше проход даже есть. Угу, издевайся. Не, я тебе серьезно говорю, там дальше проход даже есть. Ну ты-то пройдешь, а я нет. Я знаю. Оттачим. Ну их надо по чуть-чуть. Паси что. Угу. Проходи надо. Нет. Моя идея. Да. Вот здесь вот и бей. Да куда ты его вытащил? Валера, я тебе говорю в проходе. Где у него? Ага. На него купол не действует. На него купол действует, Валер. Он вышел из него гораздо раньше. Сейчас купол откатится. Надо бить его в проходе. Не надо. Вот, вот, вот. Вот здесь вот надо его избить. Видишь, вот он меня может бить. Ну подходи сюда и танкуй его. А вот я могу отойти. А ты не ногой. Блин, нет, не могу я отойти. Что он на меня согрелся? Из-за такого, что он крутой, кстати. Он выглядит страшнее. А вот с этой толпой надо что-то делать. Убивать, что надо делать.
Че? Да я змею еще пнул. Кидай в них факел. Кидай. Ну да, факел кидаешь и все. Кидай ты. Они агрятся. Валера, я не танк, кидай ты. Был бы я бы танком, я бы кидал. Кидай факел, кидай факел. Что это было? Не понял. Ну-ка. Что, святую воду, что ли, напил? Яд. Вот такие же дебилы стоят. Опс. Не знаю. Да. Ты живой? Уже нет. Я тут полежу, поднимешь. Интересненько. Что интересного? Все интересно. Ну, объясни, что интересного. Все-таки напополам со змеей они бьют больно. Или там была не только змея и этот хрич? Там была одна змея, и она била меня, Валер. Ага. А потом ты упал, и он побежал за мной. И потом уже в итоге я упал. Тебе оставалось-то чуть-чуть ему вдарить. Ну, мне тоже оставалось, знаешь, чуть-чуть вдарить. И мне этого хватило. Включи матрас. Ну что ты там, встаешь, нет? Подожди, он сейчас подойдет.
стильни. Чего они все на меня там, а? Я двоих положил. Ты меня будешь поднимать? Не знаю. Я пока поднимаюсь. Ага. Двоих он там положил. Однажды в студеную зимнюю пору гляжу, поднимается медленно. Интересно, а Фоменко еще живой? Не знаю. Вроде да. А то что-то его 100 лет нигде не слышно, не видно. Макаревич вроде тоже живой. Ничего не слышно. Надо тебе валерьянку менять. Надо мне руку менять. И мышку. Тебе надо билд менять. Так. Последующий. Ну чё? Чё? Ну так танкуй. Ну, сама ночь. Блин, не понажал. Да почему? Вот чуть-чуть же осталось. Я устал, Валер, падать, блядь, потому что я начинаю бить, агриться на меня, не на тебя. Пизду, короче, вообще. Иди сюда, запинаем эту хрень до конца. Да ни хрена мы ее не запинаем, Валер. Агриться на меня. Должны агриться на тебя. Ты дамага на больше меня наносишь. Ну, агр у тебя на что? А он у меня есть? Ты должен заставлять.
У тебя должен быть агр, Валер. Я увидел, у обороны есть такой скилл. Я палач. Который заставляет. Так, блин, бери танка. Пизду, короче. Ну что, ну, блин, тут танк нужен, понимаешь? Я наношу дамаг, я все делаю именно на дамаг. А как бы, ну, блин. Делай танка лучше. Как, блин? Ну как, билдом. Ну потому что, Валер, ну блин, ну это вообще, у меня это нападение, серьезно вообще. У меня нападение, оборона, мистицизм. Я палач. Нападение. Сопротивление у тебя должно быть. Насколько я помню еще. Я палач. Я должен быть. Толстым, жирным, так толстый. Да ни хрена это не толстый, если ты тут падаешь. А ты прикинь, если бы у нас фулл пати было бы. Заколебались бы хилить и тебя, и меня. Оставьте кодекс чести рыцаря любителей дуэли. Брать на другом ВР за счет маневренности и уловок. С оружием в обеих руках. Ребята. Ну как глянуть, что хоть это за специализация. Телегу глянь. То я, блин, хилю тебя. А толку нет. Ну и чё твой мистицизм 2 скилла? Воронами ты не пользуешься? Пользуюсь я ими постоянно. Постоянно он пользуется. Да мистицизм нафиг не нужен, он магом очень хорош. И в PvP он очень хорош, мистицизм. Лучником особенно. Серьезно, ну блин, это вообще. Но! И что ты предлагаешь? Что, ну? Сопротивление, Валер, возьми. Это... Как его взять? У меня тоже очень много скиллов, которые, ну, мне в принципе, вот, я их вообще ими не пользуюсь. Как поменять? Просто меняешь специализацию и все. Выделяешь специализацию, которая у тебя есть, вот нажимаешь F, смени специализацию. А, да. Выбираешь последнюю специализацию и меняешь на ту, которая у тебя есть. Я понял. Тебе его качать надо будет. Мистицизм, но сопротивление. Там бафы хорошие. Нахер я теперь гладиатор? Ну? И чем это плохо? А чем это хорошо? А чем это плохо, Валер? У тебя есть сопротивление. Ты можешь, блин, выстоять хотя бы нормально, потому что ты танк. Мистицизм, он дебафит. Он очень хорошо, хороший ПВП, чтобы дезориентировать противника. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, вот сейчас вот гляну. Там, по-моему, есть скилл подъема. Да, ты можешь, есть скилл притвориться мертвым. У него. Он в ПВП хорош. Его в основном ПВПшники как раз таки и берут. То есть у меня есть в билде как раз таки тоже такой именно ПВПшный билд.
У меня свободно только 2 очка. Ну, так юзай на бафы хотя бы хоть какие-то. Ну вот, к примеру, энергощит. Единственное, что у меня доступно. Ну, давай, что он делает? Что недоступно? Закрываю от себя энергощитом, действующим в течение 5 секунд. Щит поглощает 17% урона. Но же хорошо. Ну ладно, окей. У меня вот сопротивление 50%. 50 левел уже. Вот следопыт. Вполне этот самодостаточный персонаж. Ослабляет противника в области 3 секунды. Скорость передвижения ослабленной цели на 42. Урон от умений на 18%. Остановка 220 единиц. Хороший баф. Заряд духа поглощает до 5000 урона от одной атаки. Что ты смотришь? Точно сопротивление? Я сопротивление. Я смотрю сопротивление. Это первый скилл самого. У него есть телепорт. Классная тоже штука. Ты прям врываешься прям в толпу противников. Я тоже врываюсь в толпу противников. Наделяет заклинателя или соратника невосприимчивостью к эффектам ужаса, усыпляющим эффектом заморозки. Блин, это вот на этой хрени вообще было бы классно, вот, на змее. Каждую секунду восстанавливает 3% от общего объема маны. Тоже классная где? Вещь. Но это потом у тебя прокачивается. У меня от основной ветки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 скиллов. И то мне, в принципе, мне столько не нужно. Я пользуюсь 1, 2, 3, 4, 5, 5 скиллов. 5 скиллами я пользуюсь. В основной ветке. Дополнительно у меня 4 скилла. И то потому, что мне нужен скилл невидимости. И как бы тут нужно 4 скилла влить, чтобы он открылся. Коварство, что хоть дает. О, гонитель. А, так это ближник. Да. У меня должно быть все на атаку. У тебя все на защиту. Только тогда мы будем эффективными. О, клинки смерти, кстати, классный скилл. Создает 4 сгустка энергии, наносит по 74 урона. Это что? Усиление клинки смерти, сгустки гнев. Призывает чудовище Акта из бездны, наносящего противнику 424 урона в заклинании. Привет, гнева. Ну, к примеру. А где мне еще очки-то брать? Качать надо все. Как, блин? Качаться. Ты когда качаешься, у тебя качаются все ветки. У тебя все ветки получают отдельный опыт. Пошли попробуем. Или что ты хрен с этим инстантом? Потому что, ну блин, мы нормально не пройдем его. И по сути, даже когда, кстати, занимаешься этим, как она. Ой, скажи мне, я тебе скажу. Ремеслом, у тебя качается все. Пойдем торганем разочек. Хорошо, я тогда исцеление убираю свои ветки вообще. Потому что, ну блин, надо, нужен танк, ты всю жизнь был танком.
пока не поменяла Майору или кто там, короче, в Аркейдже не поменяли ветку мистицизма для воинов, мне нормально палачом было. Блин, у меня какая третья ветка-то была? Оборону я не пользуюсь. Кисель, будете? Нет, кипяточку можно? Буду. Я знаю, что он кисель не пьет. Добрый вечер. Добрый вечер. Печенье будем? Не-е-е. А что за печеньки? Паразит такой. Так любопытство-то есть? Да, спасибо. А почему ты отказываешь? А я не люблю мучного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я пирожки мясные люблю. Ну, вот. Они же мучные. Ну, именно, может, печенье? Подловили. Подловили, Галина Николаевна. Да, вот у меня ветка Vivi Sector. Вот мне она вообще вот прям в кассу. Слышь, касса. Куда идем? Ладно, пускай будет оборона. Дома собираемся? Да нет. Ну, хоть убрать половину скиллов, мне нафиг не нужно. Так. Да, вот я был разведчиком. А, нет, я был охотником. А я был получал, но меня было пошибить. Да нет, спустя время. Оборона. Вот, да, у меня была оборона. Так, раз. Это чё? Трофей, это баф. Ну, Валера, понимаешь, тебе было норм, ты падаешь. У меня были копья, у меня были эти стрелы магические. Вынуждая цель атаковать заклинателя в течение 4 секунд. Есть в обороне этот скилл. Победный клич. Лассо притягивает цель и заставляет ее атаковать. Что ты мне говоришь, что агро у тебя нету? Есть агро. Лассо есть. Оно откатывается долго. Чай, кофе. А, чай, пожалуйста. Кого снуть? Это тоже будет. Вот это. Блин, а какой мне мобильный-то придавался? Чай кончился, одна. Выкидываю. О, чай кончился? Ну вот тут коробка, да. А у меня другой нету. Или есть? Еще одна колба. Я забыл. Так. Один кубик сахара, пожалуйста. Да, вот он. Раз, два. Ты что даешь? Хватит. Рассеивает один из отрицательных эффектов.
Вот. Все, билд сделал. Ты здесь? Я вернулся. Угу. Что-то так изи такое вообще. Сегодня вообще еще ничего не ел. Давай сюда. Куда? В ВВП. Какой ВВП? ОВП. В России, да, он небольшой. Отделение временного проживания. Угу. Тут кормят 3 раза в день. Половину. Угу. Еще и зарплату платят. А зачем тебе тут зарплату платить? Ну да, действительно, зачем мне еще зарплату-то платить? Еще денег не надо? Где? Блин, выключи сигналку. Я не могу выключить сигналку. Они не выключаются сами по себе. Да куда идем-то? Ну, не знаю. Надо качаться где-нибудь, качнуться. Качнуться, покачаться. Чтобы данжи-то такие проходить там вдвоем. Ну, что в любой ММО валер можно проходить данжи даже в одну каску, по идее. Если правильно качаться, свалиться. Кто спорит, кто спорит. Нынче, конечно, уровнем. Но все равно. Ай. Что, вспомнил что там? Нет. Да. Окей. Во-первых. В моей лавке много мелочей, и все полезные.
Отдать. Что ты там ухмыляешься? Да, в Клистаре. Мыло продается. А веревки нет. Кстати. Получить возможность следовать за другим трактором в течение 20 минут. А, так он одноразовый. Да. Крюк. Куда портуемся? Сейчас, подожди, тут стук. Ох ты! Лунная руна! Уровень угрозы плюс 8%. Мне это надо срочно в ковыряльник вставить. До новой встречи! Да, да, да. А что это прибавляет? Типа агро? Агр. Пассивного. Ага. Сейчас я гранда дерну. А еще одна штучка есть. Так, нагрудник и поножик. Поножик у меня что, он стоит? Стоит. А, это гравировка. Вот ее можно попытаться сунуть.
Так, где?21 час. На улице минус 7. Рунный камень провокации. Девятый уровень. Где девятый уровень? Так-то нехилая экипировка. 3800. Гравировка. Блин, мне надо 500 очков работы. Как ты называешься, это сет? Охотника на змей, так, блин, у него такой же сет. Так ты его апай. Жди. Укрепленный тканевый камзол эпохи хищника. Я еще даже не световый. Да, надо что-нибудь экипировку себе поинтереснее тут взять. Блин, руна выпала не нужна мне. Посмотри на меня. Не могу. А ты где? В белом лесу. А хули ты там делаешь? А в каком именно себе белом лесу? Шмотку. А где именно ты? У аукциониста. Это от дома далеко? Ну, нормально. Тогда как туда ТПшница? Поселение? В дом региональной общины просто телепортируешься и все.
капюшон преследователя. Шапка корабельного мага. Прикольно. Привет. Блин, дорогая эта пушка. А что дает сноровка? Ага. Ты не помнишь, как уровень повышать шмотки? Как там? Специальный свиток должен быть. Как он называется? Ну, повышение уровня. Свиток. Чар оружейника, во. Всего-то. Неограниченное количество раз можно повышать. Да, вроде как да. Ну-ка. Там до определенного есть же потолок в любом случае. Ну-ка, куплю-ка я. Две.
Да, буду нужен. Как ты говоришь, там эта хрень-то называется? Какая? Ну, которая ловкость там повышала, да чё? А, в лунных этих камнях смотрели. Она там... Лунные руны? Да. Есть руны, а есть камни. Чё первое идёт? Руны первые идут. Вот там. Нет, камни нужны. Ну, они так-то дорогие. По 8 голды. Вчера себе. У меня есть легендарный щит. Круто же. Так, на грудничке. Какой левел там максимум? 53-й, 50-й. А, так шмоток свыше 55-го нету, что ли? По-моему, нет. Ну и ладно. Ты рядом со мной? Да. Да. Посмотри на меня через менюшку. Ну и что я тут должен видеть? А, по шмоткам поводи. Ну, защиту у тебя, да, больше. Ты посмотри, что вставлено в них. Щит, видишь? Ну, не намного повышают. Только что апнул просто. Ну, самое сопротивление, ну. Фирменное снаряжение щита. Закон со Спайдерменом? Чё? А, ну да. Со Спайдерменом знаком. Угу. Я не понял одну вещь. Интересно.
Ну, немного. Что, поторгуем? А мы успеем. За сколько? А тут осталось минут 15-20. До чего? До 10 вроде. Галина Николаевна, не знаю, когда придет. Так, смотри. У этой вот посмотри щит, который на мне одет. Ну. И что там такого? Использование. А как его использовать? Хрен его знает. Ну-ка. Ну, может, в этих силах, может, что-нибудь в этих. В общих, опа. Может, что-нибудь. Да, вот оружие левой руки. Используй снаряжение, находясь в левой руке. Да, силка. Восстанавливает по 305 единиц здоровья в секунду в течение 10 секунд. Щит у меня. Откат 2 минуты, правда. Не, ну а чё? Плюс одна хилочка. По-моему, неплохая прибавка к пенсии. Как считаешь? Ну да. А, так и рук у меня такое же умеет. А у тебя умеет что-нибудь? Не знаю, наверное. Пусть смотрю. Ну да. Тогда я не спросил, когда ложиться будешь. А когда можно? Когда хочешь, тогда и можно. Можно через часик? Можно. Ага. Это что, 10? Ну да, день 10, пол 11. Хорошо. Угу. Виталя, погнали торговать. Угу, сейчас. Так. Я могу на оленя-то хоть что-то одеть? Да, что я могу на него одеть это? Седло уровень 57, что? Так. С моего склада Руру еще. Я, короче, загребаю. Угу. Забираю на всякий случай грибы. У меня еще есть чертополох. Тебе надо? Да некуда. В жопу. Угу. Да, прям туда это только и нужно выдать. Бабру надо? Нет. Клубничку. Давай. Кого? Сломать это мне не нужно. Так.
Куда? Куда? Туда. Че, у тебя трактор-то все-таки не временный, да? Да. Ну хоть это радует. Угу. Слушай, ништяк. Ты про чё? Если бы я раньше подумал, как использовать щит, зацепился бы, точнее, за эту надпись, что у него есть обилка, мы бы с тобой, может быть, так часто и не падали. Да не, ладно. Он мне очень не кислый генерит. Я про то, что это, мне надо чуть-чуть не хватало по регену, а он сейчас это мне дает. Так фигали, он три штукаря хэпов регенит. Что там по очкам работы, кстати? Надо. Не знаю, штукаря должно хватить. Какого штукаря? У меня 80. Куда ты все очки работы дел? Я щит апнул. Куда ты их вложил? В щит. Щит у нас. Я не знал, что он такой дорогой. Очками. С 80 очками работы попёрся торговать. Ну ты, Валера, бля. Сок купи тогда. Кого? Сок. А, махтенский бусан куплю. Ложусь. Сок. Чё у меня тут? 80. Какой нахер сок? Обычный сок. Свежий выжат. Блять, у меня сока нету. А где тут? А, вон. А сколько сока надо? Чем больше, тем лучше. Стека хватит? Мало. Тысячи сока мало? Да. Пока хватит на сегодня. Ну ты, блин, сколько хочешь паков-то перевести? А сколько я смогу сделать? Я могу сделать. Я три. Смогу ли я... Я три могу сделать. Смогу ли я их продать только? Так, а теперь напомни, сколько стоит сдать товар в очках работы? То ли 60, то ли 80. То есть мне лучше ничего не делать сейчас, да? Да. Выключи матрас. Дай торговлю. Угу.
И где грибы? Да подожди ты, я грибы потерял. Мне грибы не нужны. У меня есть грибы. Подожди. Я же так мало-то. Да подожди ты, я же брал. А. Ищи пока. Нахуй ты отменил? Ты пока ищешь. Я уже нашел. Чего? 2000 стек? Что за лажа? Ну я вообще-то за 37 голды стек купил. Алло, гараж. Подожди. Так. Все. А что, так можно? Тут зона войны. Да? А ты где? Какая разница? Ах, вот туда. Выберите цель. Там что, воздух-то бьёшь? Не слабо. Ладно. Это все здорово. Но ты мне торговлю дашь? Меня здесь нет. Вернулась она. А, а предупреждаю, что ты ушла, не? С возвращением. Алло, она. Бескультурная девочка. Фу на нее, фу. Наказать. Отшлепать. Взял на меня, нарвался, блин. Ага. Я так-то гораздо мобильнее тебя. Поэтому ты не сможешь меня убить. Не, ну палачом я тебя мог. Старым палачом. Ну, ты бы меня не смог бы убить. Виталя, старым палачом я мог тебя бить. У нас с тобой было 3-2. Старым палачом. Ну, блин. Валер, у меня сейчас другой совершенно билд. Ты видел мою телепортацию? Ага. Ты пока, блин, думал, где я нахожусь, как бы я тебя успел там избить, отбить, убить. Возвращение. Тем более я не такой дурак, чтобы в ближний бой к тебе лезть. У старого палача была такая клевая штука, как эти ракеты. Я тебя за счет них, пока у меня родили, откатывались скиллы, которые позволяли к тебе приблизиться быстро, я тебя ракетами тогда фигачил, если ты помнишь. Я не уклонялся практически тогда. А ракеты не это, от них не уклониться.
Ты имеешь в виду то, что постоянно ты этот каст типа нюка? Да, вот этот пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Он на маленьких расстояниях, я так понял, прокрутится тут, конечно. Ну, на расстоянии, по крайней мере... По крайней мере, тогда у того палача, когда мы с тобой играли, ПВП-шились, расстояние было такое же, как у тебя у Лука. Пак забери. Ага. Еще 6 паков могу сделать. Ну как, связала? Зачем? Да, Алена там коробка вяжет. А. Этот. Чё? Слишком далеко. У тебя экологическое топливо-то есть? Нет. Поехали. Жди. Начинается. Да какие 104? Спасибо. Так, через север, через юг. Лети, лети, лепесток через запад, тифосток. Да я думаю, через что поехать, через север, через юг. Давай через юг. Короче, выбирай. Там пальмы. Через юг. Основа. Ну, все, погнали. Мы едем, 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 блядь. Ты в любом случае не упадешь, только застрянешь. Да, я помню, как начинал с такого же трактора маленького. По три пака возили. Это вообще так-то жесть. Ну и как большой коробок у тебя, Алён, будет? Кстати, Алён, у тебя что там, усосалось? Ты, Валер, перса поставь на удаление. Ага. Угу. Ну то я в зарогатую поиграл бы с удовольствием. Ой, я да ну. Играл. Так мяско тут. Че усосалось, че усосалось? Аркадьич там сосать ставила. Кстати, Алена, тебе Виталий вообще слышно?
Чух. А видно? Кого? Тебя. Я вот думаю, может... Не знаю. Как думаешь, может это? Вебку простенькую отжать. У кого-нибудь. Простенькую-то зачем? Это же была вебка. Она на принтере. Какой коммент у тебя пропал? Пять гигов из 40. Алена, долго сосешь. Ой. Ну да. У тебя что-то скорость общая выше, что ли, Виталий? Нет. Тогда почему ты так вперед оторвался? Ну, не знаю, наверное, потому что по дороге еду. Тем более я углы срезаю. Давай, едь. Едь, говорю. Я-то поеду. Блять. Я дорогу плохо знаю. Поэтому... Мне нужно, чтобы... Я вообще не знаю. Я просто еду по дороге и все. Примерно, ну, поглядываю на эту мини-карту. Все. Ты хотя бы знаешь, куда ехать. Да к чё? Как мысль попробовать вебку отжать? Хотя, с другой стороны, а зачем отжимать? У меня же телефон. В нем неплохая вебка. Все как? Попробовать-то можно. В чате. Папик ищет наивную дочь. Следующее сообщение. А вот и я. Я наивная. Смысл в вебке харю свою в стрим засунуть? Паука своего, ну. Какого паука? Руку твою. А. Я помню, у тебя вебка была. Запускаю, да. Стрим, да и паук такой. Ага. Тоже верно. Валера, тебя догоняют. Кто? Автобус? Ну нет, не автобус. А кто? Не знаю, что увидишь. Но тебя догоняют. И как мы втроём поедем? Ну чё, уступи место.
Ага, сейчас. Как проедет? Он припарковался. Ален, только это, не забудь, что это оховский сервак. Давай проезжай. Куда? Вперед, да? Куда еще? Я боюсь. Выключи матрас. Кстати, трактор сквозь автобус проходит. Почти. В смысле? Ну, он почти проходит, то есть он как бы все равно задерживается. Ну и плевать. Сколько нам осталось по времени? Не знаю. Сейчас пока довезем. За 20 минут приберемся. Навряд ли. 20 минут примерно путь будем только. Почти доехал. Ага. Ага. Даже груды камней есть. Плевать. Ну а чё так? Я хотя бы один груз сдать. Ну чё, всё выкладываешь?
А как это звать трактор? Еще раз на него нажимаешь. Ага. Угу. Сейчас чуть-чуть поближе подгоню. Но отойди назад. Валера, я знаю, что я делаю, что надо делать. Ну, я же вижу. Я не могу положить ничего. В смысле, выбираешь ячейку и кладешь. Подожди. Ай, не понажал. Теперь можешь? Да. Во. Ну, хоть паков больше стало можно перевозить. Думаю, по этих 6 паков. Вот еще трактор тебе улучшить, вообще будет красота. 10 паков за раз можно будет перевозить. Все, я за радаром, паркуйся. Чуть-чуть. Как задрали эти политики диванные. Но мне это делать нечего, я чат читаю. Какой чат? Общий. Арковый. Да ладно, что господи. Люди имеют право на свое мнение. Свобода слова, все дела. И при этом, заметь, люди говорят, что хотят, не следя вообще за базаром, и не боясь, что их накажут.
и при этом орут: «Нам ущемляют демократические права! Нам затыкают рот!» Заметил комизм ситуации? Это каждый имеет право, с одной стороны, свое мнение. Не, это понятно, я про другое. И важно просто, какое, господи, дядя, просто я человек... Я за другое сейчас это... говорю. Вот эти чудики орут, что им ущемляют права, им затыкают рот, при этом они не то, что поносят, хуесосят власть в хвост и гриву, и не боятся, что их за это накажут. Если уж, на то, если уж на то пошло, и они так любят сравнивать с Европой или с Америкой, у нас этих эти аресты и наказания за наезды на власть, тебе не кажется, что они более показательные, чем на самом деле, чем в той же Америке, на которую у нас постоянно кивают? Да, господи, кивают, Валер, потому что, блядь, у нас... Две сверхдержавы. Uh-huh. В стране только. Но сейчас уже три. Да. Uh-huh. Китай. Третья. Да. Но Китай больше экономическая сверхдержава. Ну, uh-huh. Какая разница? Ну, сам-то был. Я, короче, сейчас выйду на балкон, ты гляди, чтобы мы никуда не улетели. Ага. Uh-huh. Вот. Нет, просто с Америкой, как бы, я не вижу смысла сравнивать. Нет, я там немножко за другое сейчас говорю вообще. У Гоблина на канале была серия роликов, интервью с американским полицейским, русским. Ну, вот. И он, кстати, эту тему как раз за жизнь в Америке зацепился один раз. Во. Этот Михаил сказал замечательную фразу. Мы судим о жизни Америки, вот мы, русские, потому что нам показывают. Ну да. Так я о жизни в России так же, что нам показывают. Он не говорил, что Россия фиговая и прочее. Он это просто показал, это самое, на пальцах, так сказать, ответил. Точно так же, как большинство американцев судят о жизни не только в России, а вообще во всем мире, потому как им показывают, как им преподносят. Ну, у них, по идее, практически то же самое. Угу. На самом деле. Угу. Система немножко другая. Другая. Как он там это... На вопрос какого-то зрителя отвечал... Ну, не на прямой вопрос, а вообще как бы... Тема вопроса была, что... Мол, а вот показывают в этих самых, что полиция, не обязательно американская, русская и вообще вся полиция делает задержание там этих всяких преступников-демонстрантов и показывают, как они демонстранта втроем, вчетвером на ручках в машину тащат. Чё они такие лохи, хоть и здоровые? Ну так, наши тоже вдвоем, втроем тащат. Ага. Так. Где мы плывем? Мы туда плывем. Ну, там этот Михаил замечательную фразу ответил. В принципе, логичную, если хорошенько подумать. Ну вот. Вот он в качалке, допустим, да, но это не дословно, но вообще.
он в качалке, допустим, поднимает спокойно 100 кг. То есть, по сути, он может утащить среднестатистического преступника, к примеру, в одну хару до машины. А зачем ему надрываться, если у него в экипаже есть напарник? Ну, логично. К тому же, если он будет это делать с кем-то, то он сможет этого задерживаемого зафиксировать так, что задерживаемый не сможет причинить себе вред. А вообще этого Михаила однажды спросили, на какие задержания, на какие вызовы он любил ездить чаще всего, больше всего. Знаешь, на какие? К накурившимся. Не так весело. Дело, его типа спрашивают, а чё к накурившимся-то? Говорит, так чё, к нему приезжаешь, к Нарику, который накурился травы. Стучишь в дверь. Он, в отличие от большинства остальных людей, обдолбанных или пьяных, он не то, что тебя нафиг пошлет, он тебя еще и обнимет и покурить предложит вместе с ним. Ты ему спокойно, гражданин, пройдемте, он это без проблем оденется и с тобой пойдет. Еще счастливый, довольный. Любил, говорит он, по таким вызовам ездить. Самые спокойные и адекватные. Тоже там его спрашивают, типа, а вот показывают, что полиция, ну, что американская, что русская, что-то там человека когда на землю валит, душит, за шею прям хватает. Вот все такие козлы, жестокие. Олег, добрый вечер. Да. Не надумал? Сейчас это, через полчасика. Ага. Во. И это такие негодяи, мерзавцы. Он говорит, мы никого не душим, просто на шее есть точка, несколько точек, куда можно просто немножко передавить. А смотри-ка, торговая шхуна рядом с нами плывет. Да. Итак, давай догоняемся, Олеся. Чё догоняемся? Нам гнать надо. Ну как бы мы плывем. Блин. Шестьдесят шесть. Ну, так-то прокачанные паруса. Сколько нам времени осталось? Я не знаю, где-то, может, полчасика, потому что мы сейчас тоже уже плывем. А? На улице минус. Доплывем, говорю, сейчас уже скоро, где-то, может, минут 30, но где-то. Бля, не успеем. Почему? А потому что мне еще надо и трансляцию закрыть по-человечески, чтобы она в битве не попала. И ком зарибутить, и из игрушки выйти. Ну, успеешь. Да хз. Слишком сильно налево дал. Завтра что, у тебя рабочий день? Да. Печаль. А до скольки? До 9. Совсем печаль. А выходной когда? Ой, я не помню.
На этой неделе вроде точно должен быть. Ага. Угу. Погоняем? Че? Погоняем? А чё, на бэхе? На Феррари. Ага. Да можно будет чё? Ну всё. Я сельди распаковал. Чё, ты если на удаление перса, то поставишь чара. На каком серваке ты будем? На молодом каком-нибудь поиграем? На... там один молодой. Кто? Ренессанс? Кредит, но. А может, Машу туда же сагитирую. Можно, по идее, и здесь, кстати, слева сдать, но по 11 голды, там хоть по 16. Давай-ка лучше тут по 11. Почему? Потому что знаю я нас. Ты что там до путь-то? Сколько еще осталось? Ну да, на полуостров Саурит. А потом оттуда сколько пилить? Куда? Или ты имеешь в виду сразу вообще рядышком там? Только припарковаться конечно. И пошли? Все, тогда там давай. Припарковаться, решим. Переложить, то и это, и поехали. А далеко ехать? Открой карту. Полуостров Саурит, там на юге. Посередине острова сдавать нужно. А, так где мы вчера с тобой последнее это сдавали? Да. Угу. Алена, мы на Ренессанс думаем пойти. Но пока не знаю за кого. Заново. Ну, я по-любому Димонессу буду брать. Ну, либо кошечку возьму, я не знаю. Ой, да в жопу кошечку твою. Ну, так... Тебе в жопу, а я хочу поиграть с другого уже. Эльфийку что-то взял и что-то как-то. И дочка даже пожалела об этом. Ладно, завтра Маша вернется с каникул. Я ее пособлазняю на Аркейдж. Я не знаю, ты в принципе ты можешь еще взять новый аккаунт, создать, да и все. Да не хочу я этот аккаунт создавать. Так что а что нет-то? Потом взять и все переместить можно будет. Ой, да в жопу. Туда, Валер, больно. Нормально. Уже пробовал? Пиздюк. Я? Нет. Сам такие вещи говоришь. Давай, вещи. Ну, пусть не получается речь. Единственное только, что вымораживает, то, что надо будет заново опять торговую шхуну крафтить, да. Ой, сколько мы с тобой туда на торговле-то это? Ну хотя, в принципе, слушай, можно... Слушай, Виталь, мы с тобой это вдвоем забабахали, нормально. Два месяца, Валер. Я говорю, мы это с тобой вдвоем забабахали, нормально. Ага. А если девчонки не забьют, то мы это и быстрее сделаем.
А нитри у тебя нету? Нет. Тут есть попутный ветер вообще-то. Господи, он повышается там на 2 секунды. Вон, давай! Чё? Жми его! Он 2 секунды, Валера, повышает, и знаешь, чё? Вот сколько? Он повышает на... Да ни хрена он не повышает. Нажми. Максимум на 1 метр в секунду. Нажми. Уже нажимал. Уже нажимал, откат подал. А сейчас скорость движения 10 метров в секунду. Может, мы уже почти приплыли вообще. Знаю, я твое почти приплыли. А, прикинь, сейчас стрим смотрит кто-нибудь это, из пиратов. Так, неизвестно же, на каком сервере. Мы вообще-то вчера говорили, на каком играем. Ничего, так это вчера было. А, два таких задрота на обоих серваках по чару не создал. На всех серваках по не создал. Недокачанному чару, да? Господи, вот она вот. Подняла меня вот на 1 метр в секунду и тут же упала. По курсу корабля. Где мы идем? Это NPC-шки. Куда мы паркуемся? Рано еще пока. Сейчас я чуть проверю взять. Мы уже почти поплыли. Я так по работе соскучился. Оказывается. Вчера сегодня с таким удовольствием работал. Ну, по своей-то. Все, я сундуки вытаскиваю потихоньку. Ты бы лучше трактор вызвал. Сейчас возьму еще один. Кто он тут гоняет?
Либо трактор-то вызвал. Я не могу, Валер, вызвать трактор до тех пор, пока у меня корабль. Сколько там еще паков осталось? Там был последний остался. Забирай. То есть я там не нужен, да? Да нет, ну да, последний пак остался. Выключи матрас. Вызывай. А, все? Все. Даже топливо, наверное, юзать не буду. Угу. Так это сюда, что ли? Да. Эмоции долго. Давай взглянем на твой товар. В смысле, у меня торговля, что ли, поднялась? Приходи. А, нет, ресторан. Витана. Порядок жизни. Витана. Чё? Давай резче. Чё? Тут, во-первых, какая-то музыка. Тачка крутая приехала. Я не могу сдать второй товар. Ой. Я до героического уровня что-то вкачал. Ну давай уже! Я сдаю все, что ты орешь на меня? Мой сдай. Трактор брать. Ты его в трактор сложи. Зачем? Чтоб вставить. Иди сюда. Бери.
А, хуй вам. Вот видишь? Надо было в трактор положить. Я убираю трактор. Все, убирай трактор. Ну что, да на днях? Ну, да на днях, что? Я сейчас релогнусь на Ренессансе перса создал. Сдавай, только накачай ошибку. Знаю я тебя. Бах и 40-й левел. Угу. Я не знаю, кого лучника, мага. Так, надо. На эти очки работы сейчас не буду тратить. Чё? Ну всё. Квест я выполнил, что хотел. Какой? Да надо было 500 очков работы все-таки потратить. Ну, независимый сервер. Угу. А нет. Что это он независимый? Ну чё, всем пока. Открыли. Стрим я завершаю. До новых встреч через несколько дней. Варкаете. Ну и может быть завтра что-нибудь постремлю. Но это не точно. Вот такой вот наш уродливый красавец.